Замечательная новость для жителей города. У тарасцев будет своя набережная. Мост, связывающий два берега канала Ужбулак, расположенном на территории Женес-парка, разрушили. На его месте идет строительство нового моста. Кроме того, планируется благоустроить саму набережную. Сейчас строители работают в 3 смены. Проект планируется закончить ко дню города. Сейчас строительство моста в парке Женес в самом разгаре. После его окончания возьмутся за благоустройство самой набережной. Сейчас строители работают 3 смены. Мост хоть и пользовался популярностью горожан, это место считалось одним из самых опасных объектов в городе, уж не говоря о его неприглядном виде. Согласно проекту, здесь планируют замечательное место для отдыха. На сегодня в городе уже сделано немало работ по благоустройству парков и скверов. Не упустили из виду и канал Ужбулак. Строительные работы моста начались месяц назад. Благоустройство набережной планируется. Планируют закончить ко дню города. Этому рады и жители областного центра. Я слышала о том, что мост строится. В Таразе мало мест, где можно прогуляться. Конечно, было бы хорошо, если бы набережную благоустроили. Да, слышала, что ведутся строительные работы. Мы ждем. Думаю, будет отлично. Ну, я надеюсь, что это построит эту набережную, да? Да? И все будет хорошо, все красиво будет, все будет счастливо ходить. Так, ну я живу неподалеку, вот в черте микрорайонов. У нас очень много жителей в городе, и вот вечером негде провести время. То есть негде походить, там с детьми погулять, вот везде машины снуют, парковки повсюду. И вот Женес-парк – это как раз то место, куда люди выходят отдыхать, прогуливаться с семьями. Очень хорошо, что там провелась вот реставрационная работа, мемориальный комплекс открытый, территория благоустроена. На сегодняшний день уже завершается строительство первой половины моста. Внешний вид его кардинально изменится. Подумали и над освещением объекта. Как уверяют специалисты, фонари поставят яркие и креативные. Началась чистка водоема, сюда запустят белых лебедей. От улицы Казыбек-Би и заканчивая озером Зербулак планируется благоустройство набережной. Для любителей погонять на велосипеде будут установлены велотреки. А романтики смогут насладиться прогулкой на лодке по озеру. Уже к середине октября жители и гости города Тараза смогут насладиться новым видом набережной. Кулеш Мурзакова, Саида Сагдулаева, Шингисхан Кенисхан, 77 News.